Здравствуйте, товарищи! Начинаем очередное занятие кружка любителей гегельской диалектики, проходящее в режиме Skype занятия в удаленном доступе, с тем, чтобы не подвергать опасности заражения коронавирусом никого из всех, кто приобщился к науке логики Гегеля и к диалектике. Это особо ценный человеческий материал, его нужно всячески беречь, поскольку таких диалектиков у нас мало. Это вовсе не значит, что надо кого-то не беречь. Я думаю, что всех надо беречь, и поэтому без нужды контактировать, конечно, не следует. Но мы, вот благодаря скайпу и современным достижениям научно-технического прогресса и той подготовки, которую имеют наши кадры, я имею в виду кадры Фонда Рабочей Академии, которые организовали канал Фонда Рабочей Академии на YouTube, и имею в виду конкретно вот Сергея Викторовича Тюленева, который руководит каналом, мы имеем возможность проводить такие занятия и без того, чтобы входить в непосредственный контакт. Соответственно, мы будем и так вести занятия нашего кружка до тех пор, пока все эти меры, которые предпринимаются, особые меры борьбы с коронавирусом, не отпадут в связи с отсутствием необходимости. Поэтому временем мы не ограничены в этом плане. И будем также раз в две недели вывешивать. Только вот уже предыдущее занятие Сергей Викторович вывесил как раз в тот день, когда должен проводиться кружок. Так что люди, пришедшие как бы на кружок, или желавшие прийти на кружок, они могут открыть интернет, зайти на сайт Фонда Рабочей Академии и посмотреть там занятия кружка. Это было как раз 7 числа. А сегодня мы записываем для того, чтобы уже 28 числа, когда должно быть занятие, можно было вывесить, ну или рядом с 28 числом, как получится у того, кто вывешивает, конечно. Вот, чтобы в районе 28 апреля было вывешено очередное занятие. Соответственно, мы запишем потом занятие для двух занятий в мае. И по нашему обычному плану мы в мае заканчиваем занятие в очередном учебном году, в 2019-2020. И, следовательно, и начнем затем или продолжим занятие уже осенью, в октябре 2020 года. Вот таков наш план на перспективу. А сейчас мы продолжаем вести занятия в соответствии с необходимостью материалистического истолкования диалектики Гегеля, потому что вот в первых двух книгах науки логики или в первом томе учение о бытии, учение о сущностях, объективная логика, мы не сталкивались ни с какими проблемами структурного порядка. А здесь мы, как материалисты, столкнулись с тем, что у Гегеля сначала вдруг идет субъективность, потом вдруг появляется объективность, и только к концу он выплывает на единство субъективного и объективного в разделе об идее. Но здесь проявился вот в этой книге его идеалистический или объективный идеалистический взгляд. Соответственно, некоторые вопросы у него остаются не столько доказанными, сколько объявленными. И иногда, вот как он, например, переходит от умозаключений к объективности, у него вдруг из умозаключений получается вещь. Ну, это уже похоже не на объективный идеализм, а на субъективный идеализм. Вот почему, значит, мы должны руководствоваться следующей структурой при изучении третьей книги «Учение о понятии». Причем, когда говорят «учение о понятии», это может быть два подхода. Или, так сказать, вся книга посвящена понятию, или понятию в конце концов приходит в этой книге, что это главный результат.
Вот главный результат здесь, конечно, понятие. Но из того, что это главный результат, вовсе не следует, что с него надо начинать. Если это главный результат, то к этому главному результату необходимо еще прийти. А начинать надо с чего? Начинать надо с того, на чем мы остановились, когда закончили первый том. Закончили мы учение о бытии, учение о сущности. И получили мы уже по итогу такое бытие, через которое просвечивает сущность. То есть, если у нас в начале было чистое бытие, это абсолютное начало, с которого мы начинали, то есть то бытие, о котором мы ничего не знаем, и во что нельзя углубиться, и мы его разбирали и проходили категории этого бытия, пока бытие не сняло себя, и пока мы не перешли к сущности. Потом мы рассматривали категории сущности, и рассматривая категории сущности, дойдя через тождество, различия, противоположность, противоречие, до того, что противоречие идет ко дну, Гетцугрунде, дойдя до разрешения противоречия, мы обнаружили, что теперь мы имеем некое бытие, но совсем не то, которое было в учении о бытии, для которого есть основание. Причем основание появилось раньше, чем это вот бытие. Появилось основание, и на этом основании основанное. Потому что здесь все категории парные, когда появилось основание, и мы взяли парную к этому основанию, то мы получили то, что на нем основано. А что основано на основании? На основании основано восстановленное через сущность бытие. И мы получили бытие уже в сфере сущности. А бытие в сфере сущности называется, первое бытие в сфере сущности называется существованием. Более того, мы еще критически оценили само основание. Само основание тоже должно быть не только основанием для другого, но и основанным. И вот если основание взять как основанное, то тогда в качестве основания для него выступает предпосылка или условие. Условие. И вот получилось, что у нас есть существование как такое бытие, для которого есть основание и условие. И вот там Гегель пишет, что когда для какой-нибудь сути дела созданы все условия, она вступает в существование. Вот такая очень интересная мысль. Затем мы рассматривали существование как первое бытие в сфере сущности. И поскольку мы теперь его со стороны существования рассматривали его основание, не так, чтобы мы пришли к существованию от основания, а рассматривали уже теперь его основание. Рассматриваемое со стороны этого существования, мы различаем что-то спокойное в движении. И вот это вот движение, спокойное в изменении, называется законом. А если теперь мы пойдем снова наверх, к бытию, к закону, то мы получаем тогда явление. И вот очередная пара. Явление как бытие, а закон как небытие, как отрицание этого явления. Но это вот пара, в которой мы видим дальнейшее продвижение категорий, которые выражают собой бытие в сфере сущности. Затем мы задаемся вопросом о том, что раз в явлении, раз явление – это явление закона, значит, в самом явлении, кроме случайного, постороннего, внешнего, есть что-то закономерное. Да? Вот то, что закономерно в явлении, называется действительным. И мы пришли к категории действительного. То есть действительное – это не только то, что где-то в глубине, а действительно это и на поверхности, и в то же время это глубинная категория, которая выражает
и сущность, и выражаю закон. Ну а поскольку наряду с действительным на поверхности явлений имеет место и то, что является недействительным, поэтому можно говорить о случайности, то есть акциденции. Акциденция – это случайные на поверхности явления. А то, что не случайно, тогда им противостоит, как глубинное называется, тогда субстанцией. И, собственно, на этом и завершается рассмотрение учения о сущности, и завершается рассмотрение первой книги, первой и второй книги учения о бытии, или первого тома на науке логики, объективная логика. Ну вот теперь мы открываем оглавление сначала, оглавление науки логики, и видим, что вместо того, чтобы тут стояла объективность, тут стоит субъективность, перескок. Как может сразу из объективности получиться субъективность? И наоборот, после субъективности появляется объективность. В этом смысле субъективная логика отвечает своему понятию. Она, так сказать, как-то с ног на голову ставит весь вопрос. Поэтому, если мы хотим материалистически истолковывать дальше уже третью книгу или второй том науки логики, надо установить следующий порядок рассмотрения. Первый отдел – это объективность, в котором имеются главы. Первая глава – механизм, вторая глава – химизм, и третья глава – жизнь. Тогда вот мы будем следовать объективной логике развития материи, которая установлена более поздними научными произведениями, в том числе и произведениями Фридриха Энгельса, под таким произведением, как «Диалектика природы». Затем, если речь уже пошла о жизни, вот тогда только можно говорить о понятиях, если иметь в виду и жизнь, в том числе и людей. Потому что пока нет жизни, ни о каких понятиях не может быть и речи. И идет рассмотрение вопроса о понятиях, причем, то есть это второй отдел, тот отдел, который у Гегеля стоит первым, субъективность, его поставить вторым отделом и не трогать там ничего, и рассматривать движение этих понятий. Там речь пойдет о всеобщем, особенном, единичном, потом пойдет о суждениях и потом об умозаключениях. Мы это уже разбирали, но мы к этому потом вернемся по итогу завершения вот первого нашего отдела. И третий отдел – идея. Третий отдел – идея. В него у Гегеля почему-то попала жизнь, живой индивидуум, процесс жизни, род. Эту самую идею. Вот. А мы сюда, вот в этот третий отдел, поставим телеологию. Возьмем то, что есть у Гегеля. Телеология. Вторая глава – идея. Идея познания. Третья глава – абсолютная идея. И мы вот тем самым завершим рассмотрение науки логики Гегеля. Вот таков план наших действий. Таков план материалистического истолкования и понимания уже третьей книги науки логики Гегеля «Учение о понятии». Сегодня у нас продолжение рассмотрения объективности. Мы уже рассмотрели механизм, и предыдущее занятие «Механизм» вывешено. Сегодня у нас химизм и жизнь. Это вторая глава, химизм, а в качестве третьей главы мы берем жизнь из третьего отдела и ставим сюда. Итак, химизм и жизнь. То есть мы рассматриваем ту логику, которая нам уже хорошо известна, как материалистам, что, так сказать, была
есть механическая форма движения материи, есть более сложная химическая форма движения материи и более, еще более сложная органическая форма движения материи. Так современная наука рассматривает эволюцию мира. Причем, надо сказать, что в последнее время появились новейшие исследования, которые посвящены как раз возникновению живого из неживого. И вот одно из интересных исследований, то исследование, о котором рассказывает доктор биологических наук Александр Марков в своем ролике, который посвящен РНК. Вот, и я всем бы советовал его посмотреть. Я думаю, что неплохо бы дать ссылку под нашим материалом, всем, чтобы товарищи могли познакомиться с новейшими исследованиями в этом плане, где он, во-первых, рассказывает, как собственно, разделяются функции таких элементов материи, как ДНК, это часть материи элементарная, отвечает за наследственность, белки, которые обеспечивают развитие, поступление энергии и так далее, и сохранение. И РНК, которая вроде бы особых отдельных функций не выполняет таких, но как выяснилось, что она выполняет функцию соединения того и другого. И по тем работам, которые сейчас есть, собственно говоря, с нее, с этого самого РНК, и началась жизнь на Земле. Интересно, что вот профессор Марков, доктор биологических наук из Института палеонтологии, он ставит вопрос о вероятности возникновения жизни в мире. И он говорит, ну если мы вот так берем только вот окружающий нас мир и будем смотреть, ну, есть ли жизнь на Марсе или на Венере, то, конечно, мы тут скажем, что там мала вероятность того. А если мы возьмем все такие вот планеты, которые есть вообще в мире, их так много, то вероятность возникновения жизни в других местах и в другое время не столь уж и мала. Очень интересный материал. Но это вопрос о жизни. А мы остановились с вами в последнем занятии на механизме. Чем характерен механизм? Внешним сочленением. Механизм – это нечто бездушное, неживое. То есть все, что движется механически, это движется каким-то внешним толчком. Иногда вот в качестве первого толчка берут Бога. Даже вот те люди, которые берут Бога в качестве некоторого первого толчка, они почему-то к Богу относятся не как к Богу, а как к механическому такому элементу. Он толкнул и поехал. Вот, то есть механистическое рассмотрение не только в науке имеется, и в практике, но и даже в религии. Хотя механизм, что предполагает, совершенно внешнее соединение частей, а и движение механизма, оно связано с тем, что кто-то или что-то приводит в движение. Или течение реки, и, соответственно, имеется мельница на реке, или движение ветра, когда речь идет о мельнице ветряной, или это мясорубка, которая сама по себе, она не будет вам молоть мясо, а нужно вращать рукой. Вот этот самый механизм требует того, чтобы кто-то приводил его в движение. Там все сделано, и такая червячная передача, которая толкает мясо вперед. И есть ситечко такое твердое, чтобы через него проходило это самое, этот фарш. И так далее. Но все это вы должны рукой делать. Ну, если электрические мясорубки, не рукой, так электричеством можно. Ну, и можно себе придумать и другие, так сказать, виды внешнего воздействия. Не обязательно это электричество. Можно, в конце концов, сделать мясорубку, которая будет приводить в движение ручей. Ну, и если у вас, так сказать, все-таки достаточно много такой работы, которая требует включение мясорубки. Всегда, когда речь идет о чем-то внешнем, мы говорим механизм. Поэтому совершенно безобразным является употребление этого слова к таким процессам, которые совершенно не являются механическим. Каков механизм вот обдумывания вопроса о науке логики и о диалектике?
Можете представить такой вопрос? Так совершенно глупый и никчемный. Никакого там механизма быть не может. Нельзя механически что-нибудь изучать. Поэтому и говорят, механическая память. То есть человек запомнил не потому, что понимает, а потому, что он задолбил. Повторял до тех пор, пока у него это не закрепилось. Поэтому механическая память – это память, которая, ну, она представляет собой нечто вроде, так сказать, записной книжечки, в которой можно заглянуть и посмотреть, что там написано. Попугай слова запоминает, но не понимает смысла. Попугай, так сказать, даже в этом смысле вороны, они более толковые, чем попугаи, хотя попугай может наговорить гораздо больше. Но попугай просто повторяет то, что было сказано. Накрыли его, значит, наговорили и так далее. Вот это механизм. Когда говорят, надо сделать механизм развития экономики, то есть это самое страшное, что можно думать, что вот надо сделать этот какой-то механизм. На самом деле механизм развития экономики у нас есть. Почему? Потому что капиталистическая экономика, она стихийно развивается. Раз она стихийно развивается, то там есть самый настоящий механизм. Цены выросли, спрос упал. Спрос вырос, цены выросли. И так далее. Там чисто механическое движение. И поэтому, когда люди говорят, надо сделать механизм. Механизм есть. Вот вам стихийный механизм конкуренции. Механизм конкуренции обеспечивает движение капиталистической экономики и, как показал Маркс, приводит к регулярно к кризисам перепроизводства. И эти кризисы перепроизводства приводят потом к его падению. После этого падения начинается обновление основного капитала. И вот такое положительное значение кризисов, что они обеспечивают все-таки, принуждают капиталистов обновлять капитал, чтобы выбраться из кризиса и заменять старое барахло, технику, на новое. И потом, значит, начинается медленный подъем, потом снова обычное, нормальное, хорошее движение, потом вдруг галопом начинает развиваться экономика, быстрый подъем, а потом опять замедление, падение, кризис. И так постоянно было вот действие этого самого механизма капиталистической конкуренции до, собственно говоря, начала 20 века. В начале 20 века, после гигантского кризиса, который был, выступил Джон Мейнард Кейнс, английский экономист лорд, и предложил систему государственно регулированной экономики. И после этого таких гигантских и расточительных кризисов уже не стало. Кризисы стали более сглаженными. Не то, что они пропали, а механизм кризисов стал другим. Ну как вот, если у вас есть какой-то механизм, в который вы даже не добавили масла машинного, он у вас скрипит, визжит и стирается и ломается. А если туда добавить машинного масла, все пойдет гораздо лучше. В качестве такого машинного масла Кейнс предложил меры государственного регулирования. И государство, которое раньше, так сказать, с времен Адама Смита было ночным сторожем, то есть его дело, так сказать, сторожить средства производства, чтобы их не растащили, когда темнота. А больше ни в чем оно не должно участвовать. Оно стало участвовать в регулировании экономики. Как оно стало участвовать? Во-первых, оно стала регулировать норму процента. Это значит, имеется центральный банк, он выдает кредиты. Как только, значит, какие-то трудности в экономике, он снижает норму процента. И те люди, которым предлагалось взять, допустим, под 8%, может получить под 5%, потом под 3%, потом под 2%. Иногда под отрицательный процент. Вам дают деньги, чтобы вы продолжали развивать экономику, а процент отрицательный, вы отдадите меньше, чем взяли. А в чем выигрыш? А выигрыш, например, если это государственный банк, выигрыш в том, что государство получает же налоги от развития производства. Чем больше производства, тем больше прибыль, чем больше прибыль, тем больше налоги. Так вот, государство заинтересовано в том, чтобы не упало производство, потому что сразу упадет поступление налогов, чтобы оно развивалось. То есть то, что оно отдало в виде понижения процента, оно получит за счет того, что оно вот эти самые налоги соберет в гораздо большем объеме.
Другие средства государственного регулирования состоят в том, чтобы иметь какие-то программы, которые тоже поддерживаются государственным финансированием, и в эти программы включаются те или иные капиталисты, в том числе и мелкий бизнес, и тем самым тоже поддерживается развитие производства, а государство тоже имеет от этого налоги. Вот, есть и другие средства государственного регулирования. Но вот, скажем, то, что касается цен, государство старается ценообразование не трогать. Хотя оно косвенно влияет вот с помощью ставки рефинансирования и на цены. То есть в хороших условиях цена так быстро не растет. Если она цена очень быстро растет, то значит, тормозится развитие производства и тем самым получается общий затор. Вот средства государственного регулирования могут быть самыми разнообразными, вплоть до того, что если государство собирает безработных, и они начинают просто копать землю. Даже вот он рассматривает такой вопрос, они просто копают какие-то котлованы, а потом сбрасывают эти котлованы то, что никому ничего не нужно. То есть то, что, допустим, лежит на помойках. Но поскольку они, эти работники, получают от государства зарплату, они эту свою зарплату понесут куда, работники? Они понесут в магазины. И из этих магазинов, с полок магазинов будет сниматься продукция. А, соответственно, хозяева этих магазинов, они будут обращаться к производителям этой продукции, чтобы производители этой продукции дали им еще, значит, продали им еще для того, чтобы они уже могли продавать по розничной цене в магазинах. И тогда положительная такая тенденция развивается, и такое положительное влияние осуществляется на всю экономику. Хотя вначале было просто вроде как пустое занятие. Рыли канавы или ямы большие и кидали там мусор туда. Но правда за деньги, за зарплату. То есть сокращалась безработица. Второе, значит, Кейнс обращает внимание на что? Вот есть пустые рабочие места, раз есть безработица, и есть безработные. Вот если есть какой-то способ соединить пустые рабочие места и безработных, вы получите тот же самый эффект. Не важно, что производится. Может быть, то, что вы произведете, вообще никуда не идет. Вообще никуда не идет и ни в какую экономику не входит. А тем самым, значит, бывшие безработные получают зарплату, они пошли в магазины, значит, из магазинов забираются товары, начинается производство новых товаров и так далее. И положительный импульс получает вся экономика. Это только кажется, что вот то, что я, тот пример, который я привел, такой дикий, он совсем не дикий. Потому что на самом деле, значит, бурное развитие военной экономики, военного производства, это производство того, что вообще-то, строго говоря, человечеству не нужно. Скажем, не нужно, потому что это средство уничтожения человечества. Но вот, скажем, капиталистическое государство туда вкладывает средства, а раз оно вкладывает, а средства оно откуда взяло? Взяло оно через налоги со всех, в том числе из капиталистов. И эти средства расходуются на то, чтобы сделать то, что ни в какое обычное потребление не идет. Танки, пушки, самолеты, ракеты, бомбы, термоядерные бомбы. А какая разница? Разница, что да, для этого надо, чтобы работали ученые, специалисты, так, для инженеры, рабочие, служащие. И от того, что вы соедините пустующие рабочие места с безработными, получается результат. То есть загруженность больше производственных мощностей. И в итоге темпы роста так вот, медленно не осуществляются, а темпы роста могут даже быть и большими, могут вырасти. Вот такие приемы государственного регулирования в книге Кейнса предложены, общая теория занятости, проценты и денег. И я очень всем ее рекомендую. Она небольшая, вот такой вот толщины, очень легко и хорошо написана, и легко читается. И там Кейнс, как человек достаточно просвещенный, английский экономист крупный, лорд, он объявил, что да, капитализм ведет к кризисам. И предложил
вот эту систему государственного регулирования, которая исключает эти самые такие гигантские кризисы, которые были. Когда у нас теперь кричат «кризис, кризис, кризис, кризис», обвал, рухнули цены, спрашиваешь, на сколько рухнули? На 3%. Ну, говорит, рухнули. Рухнули это когда на 80%, на 95%. Это рухнул. Дом, если рухнул, это что значит? Тут под завалами всех погребло. Это рухнул. А вот мы слушаем сообщения средств массовой информации, они говорят, вот сейчас цена на нефть рухнула. И что рухнула? Ну, сколько-то процентов. Потом она раз и поднялась. И они замолчали. Тут же, только что кричали, что все обрушено, и экономика уже обрушена, а теперь они замолчали. На самом деле, все это своего рода механические действия. То есть государство ничего не планирует толком, ничего не программирует толком. Хотя, если вы возьмете современную, скажем, американскую экономику, там, южнокорейскую экономику и так далее, то, скажем, в Южной Корее 6 пятилетних планов было выполнено. А в Америке государственные программы являются достаточно обширными. Я думаю, что у нас тоже есть военная программа государственная. О ней разговора нет, но если бы ее не было, то мы бы не могли иметь передовое вооружение. А что касается нашего развития народного хозяйства, даже попытка сделать в свое время программу социально-экономического развития, которую Владимир Владимирович подписал, будучи председателем правительства в свое время, она, так сказать, как-то завяла, потому что никакого энтузиазма у нашей буржуазии бесшабашной, которая вышла то ли из бывших комсомольцев, потом из бывших жуликов, тунеядцев, казнокрадов и еще кого-то, вот, из бюрократов, бывших предателей дела коммунизма и предателей дела социализма. Вот эта вся публика разношерстная, она не способна вообще, видимо, ничего, так сказать, серьезное сделать, никакой серьезной программы. Сколько ей не предлагаешь и сколько на этом не настаиваешь, никакого результата нет. Сколько вот было об этом разговора? Ну, нет у нас программы. А программу-то может сделать государство? У нас 55% примерно. Ну, разные есть цифры. От 50 до 70% ВВП производится на государственных предприятиях. Ну, казалось бы, если это государственные предприятия, они у нас находятся в таком состоянии, как бывает предприятия госкапиталистические. Каждое из них играет в самостоятельное капиталистическое предприятие, получает прибыль, набивает карманы своим руководителям, значит, бешеными зарплатами, в которых основная часть – это прибавочная стоимость, и рассчитывается с государством. И вот вместо того, чтобы сделать единый план на эти вот, на все это, на все эти государственные предприятия, это же можно сделать, раз это единая собственность государственная, буржуазная, конечно, собственность класса буржуазии. Ну так вы сделаете, если вы класс буржуазии, если вы что-то соображаете, если у вас какие-то есть перспективы или соображения в отношении развития экономики России, кроме того, что каждый по отдельности хочет хапнуть и убежать, и куда-то сложить в иностранный банк. Вы можете создать план? Ну, как показывают события, не могут они создать никакого плана. А так был бы план на государственный сектор, а к нему бы прилагательные, в качестве прилагательного были бы заказы для этого мелкого бизнеса, который не надо было бы сейчас поддерживать, деньги опять давать. Причем говорят, мы даем им деньги на зарплату во время коронавирусной инфекции. А вы не хотите эту зарплату прямо передать тем, кому вы хотите, чтобы она попала? Нет, не хотят. Государство передает этим самым этому руководителям мелкого бизнеса. И что вы сделаете с этим мелким бизнесом? Рассует по карманам. И до работников это не... А работников он поувольняет. А потом наберет, когда кончатся эти денежки. То есть, вот мы наблюдаем совершенно полную неспособность к каким-то органическим действиям, более высоким, чем к механическим. Цены упали, тогда, значит, вот они кричат, значит, что-то надо делать. Вот. Цены выросли, все хорошо. Если цены выросли, это хорошо или плохо? Это для трудящихся плохо. А если цены на продукции моей фирмы выросли, это же хорошо. И поэтому цены постоянно растут. А наш дорогой центральный банк, что делает? Он закладывает постоянно рост цен, постоянное повышение. Сколько? Ну, не меньше 4%. Они это публично делают, 4%. Они прогнозируют. Что значит прогнозируют? Это значит, они все делают, чтобы 4% было. А что такое 4%? Если 4% это
рост цен, значит, то есть инфляция 4%, у вас отберут 2% вашей зарплаты. Ну, потому что зарплату не сразу отберут, а так оно постепенно так. Постепенно понижается целый год. Не сразу оно упадет на 4%, поэтому получается 2% в целом. Вот это все механические действия. То есть все эти попытки дурацкие найти механизм, который бы управлял нашей экономикой, это мысли в дырявой голове, в которой мыслей никаких нет. Нельзя механически ничем управлять. Если вы механически управляете автомобилем, вы обязательно разобьетесь. Если механически, так сказать, управляете, не думая, то есть не соображая, управляете велосипедом, значит, вы обязательно врежетесь в кого-нибудь. Или в дом, или в стенку, или в канаву заедете. И счастливого вам пути. Поэтому не надо тут переходить на этот самый механизм. Ну, а что касается механизмов как таковых, то, конечно, механизм – это большое дело. Человек, когда он просто имел орудия простые, а потом от простых орудий стал переходить к механизму, да, появились механизмы, и потом в итоге появились машины. Это такие сложные механизмы. Мы же различаем, да, инструмент простой, там типа отвертки, молотка, зубила, кайло и так далее. И тут вдруг механизм, то есть вы крутите ручку, и, так сказать, получается у вас какой-то результат. В результате у вас что-то перемалывается, или вы лошадь ходит и вращает, а у вас идет мелится зерно. Вот, то есть такие механические мельницы. Или вы сделали ветряк, ветер дует, значит, от него идет пропеллера этого мельницы, идет передача механическая. Эта механическая передача приводит в движение камни, и эти вот камни перемалывают ваше зерно в муку. Это же хорошо. То есть механизм – это большое достижение. То есть переход от каких-то таких элементарных орудий к механизмам – большой прогресс. Но если механические явления и в природе, то же самое. Если температура понизится, то вода понизится ниже нуля, то вода замерзнет. А если она повысится и будет держаться выше 5 градусов тепла, то лед вас начнет таять и так далее. То есть много, так сказать, чего делается механически. Человек говорит, что есть у меня механическая память. Это что значит? Я могу что-то запомнить, совершенно не думая о том, что это такое, какое это содержание. Вот. Я, например, могу запомнить 3.17, 28, 43. И вам могу рассказать. Да, абсолютно не имеет никакого смысла. И вы можете также, значит, запомнить 3.17, 28, 43. Если не запомнили, прослушайте еще раз, потом еще раз прослушайте, прокрутите и запомните. Это что такое? Тренировка механической памяти. Поэтому, когда с умным видом выступают всякие деятели, претендующие на какие-то прогнозы и проекты, и говорят, вот, надо создать механизм. Нет таких механизмов, которые мог бы привести в действительное движение экономику в положительное, потому что механизмы уже существуют такие. Рыночный механизм – это то, что губит нашу экономику. И надо от рыночного механизма переходить к государственному плану централизованного управления. А частная собственность это не дает, или отдает только в ограниченных пределах. И поэтому вот при социализме у нас был не механизм управления, а система государственного планового централизованного управления социалистической экономикой. А государство было государством рабочего класса. А класс рабочий был самым заинтересованным в движении вперед, в полном уничтожении классов, в улучшении положения не только самого рабочего класса, но и крестьян, и интеллигенции. И он руководствовался не механическими какими-то причинами, а руководствовался целью социалистического производства, которая в головах была у всех участников производства. И эта цель была записана и в головы правящей партии, всех членов правящей партии, поскольку в программе партии стояло, что цель социалистического производства – это обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Вот что было целью. А когда мы начали падать к механизму, когда при Хрущеве
1961 году из программы было выброшено не только учение о диктатуре пролетариата, которое приводит в движение, так сказать, все общество и направляет его сознательно в сторону полного уничтожения классов, но и выброшена и цель производства. Вместо нее написано удовлетворение растущих материальных и духовных потребностей советских людей. А вот у одного потребность водку пить, у другого потребность курить, у третьего еще какие-то есть потребности, которые ведут к его деградации. Все более полное удовлетворение растущих потребностей. Вот мы сейчас это и наблюдаем. Все эти потребности и выросли. И мы наблюдаем деградацию, в том числе наших людей. Вот, меньше читают, меньше разбираются, больше слушают всяких дураков. Вот, поэтому разобраться сегодня, что есть истина, что есть не истина, очень сложно. В чем механизм рекламы? А в том, что я даю рекламу, никто не проверяет это. Вранье то, что я сказал, что мой продукт самый лучший, или это истина. Неважно, деньги я заплатил, заплатил, вот есть механизм. Раз деньги заплатил, значит, можно вывешивать. Вывесили. Я как-то с внучкой своей разговаривал, говорю, вот как ты думаешь, если это хорошая вещь, ты что ее рекламировать? Всем ясно, что она хорошая вещь. А если это какая-нибудь дрянь, то вот тогда нужно вовсю рекламировать ее, чтобы иначе эту дрянь никто не купит. Поэтому рекламировать нужно всякую погонь. И вот эта реклама всякой погони у нас широчайшим образом идет. И не знаешь от этой рекламы, куда и деться. Везде пихают эту рекламу, и люди еще от этой рекламы получают гигантские доходы тех вот этих компаний. Ну вот, а что касается механизмов, в природе есть с гор текут ручьи. Это же течет механически, никто оттуда их не толкает, эти ручьи, правильно? Вот. Теперь, значит, шапки, белые шапки на горных вершинах тоже складываются механически. Никто туда не залезал, не насыпал. Вот. Как иногда бывает перед лыжными соревнованиями, что-нибудь растает, начинает вести туда снег. Никто этого не делал. То есть, если проводить соревнования там, где такая соответствующая природа, там это механически делается, это хорошо. Вот. Если вы поставите гидроэлектростанции, то есть, если вы запрудите реки, то какая энергия вращает турбины? Какая? Механическая энергия воды. Вот идет вода, огромной массив воды, у него колоссальная энергия. Если вы на дороге у него поставили турбину и направили в определенное русло эту воду, где скорость ее еще больше, поставили там соответствующие машины и механизмы, то вот механическая энергия воды вращает что? Турбины, а турбины вращают уже генераторы. А генератор это уже из другой оперы. Это не механизм. Правильно? Генераторы это такие устройства, которые превращают механическую энергию в электрическую энергию. Хотя вращение там ротора, генератора, безусловно, механическое. Но от этого ротора никакого, так сказать, толчка к статору не происходит. А когда вращается, так сказать, магнит, то в обмотке появляется электроэнергия. И вот таким образом это мы с вами знаем из школьного курса физики. И знаем, что если вот соответствующим образом устроить, это уже не механизм, а машина, то идет преобразование энергии. Это уже более высокое движение, более высокое дело. Во всяком случае, значит, когда вы идете, вы совершаете какие? Механическое перемещение. Когда вы бежите, вы тоже совершаете механическое перемещение. А если вы не ходите вот в период коронавирусной инфекции, не будете ходить полтора месяца, очень большая вероятность заболеть. Потому что если человек не ходит, а ему ходить надо, то если вы поизучаете этот вопрос, то вы узнаете, что если, скажем, человек не сгибает вот ступню и не наступает на ноги, а только лежит, то это все приведет к тому, что он скоро не сможет вообще ходить. И делали такой эксперимент, когда брали людей таких, которых космонавты готовят, здоровых, клали их на месяц, чтобы они лежали, вот как в больнице лежат, только не вставать, только лежать. Все дают, читайте, что хотите,
еду принесут, все, то, что скажете, принесут, подадут и так далее. Вот через месяц появлялась у них, так сказать, такая неспособность, что бы то ни было делать. И они не могли ходить после этого месяца. Эти эксперименты проводились в связи с нашей космической программой. Потому что, как вы понимаете, если человек 2-3 месяца там при малоподвижном образе жизни просидит, изолировавшись от землян, то в итоге он, если вы видели, их вытаскивает на руках, когда спускаемый аппарат опускается на землю. Ну, потом разработали определенную гимнастику, которую делают в невесомости, соответствующие механизмы, которые, ну, типа такие, которые можно растягивать и давать усилия, чтобы в ходе вот этого длительного космического полета космонавты тренировали все свои мышцы. Поэтому, конечно, было бы разумным, вместо того, чтобы говорить о некой самоизоляции, вот, надо бы правильнее, конечно, было бы говорить о том, что не надо вступать в физический контакт. А чтобы не вступать в физический контакт, надо толпиться не на площадях и не на улицах, а уходить в сады и скверы, где вы, если вам навстречу кто-то идет, то вы всегда можете уйти вправо или влево, или отступить назад, и ни с кем не контактировать. Поэтому, скажем, с точки зрения вот, ослабления вероятности контактов, безусловно, скажем, сады и скверы предпочтительнее, чем улицы, по которым ходить можно, а вот какие-то большие парки закрыли. По-моему, это какая-то ерунда. Не очень подумали и не очень, так сказать, думав, так сказать, все это дело позакрывали. А что будет с теми людьми, которые без воздуха? Зато, говорит, вам будут приходить и приносить. Вот те, кто приносит, они приносят также вам, контактируют и приносят вам то, что и надо принести. А что они могут принести? Ну, то, что они в руках будут иметь, ну и коронавирус, естественно. Или, скажем, звонят в больницу теперь в ужасе старушки и кричат, и говорят, что у нас коронавирус, она кашляла, ее запугали до такой степени, что, так сказать, она уже, так сказать, чувствует себя при смерти. И я думаю, что все, наверное, знают, что одиночество или там есть такая даже болезнь о том, связанная с тем, что человек сидит все время дома, и он всякие страхи сам на себя нагоняет, а тем более, что сейчас средства массовой информации нагоняют всякие страхи. И к чему хорошему это привести не может. Ну вот, это, так сказать, это вопрос всего о механизмах. Но и об этом говорится в первой главе механизма, в разделе «Объективность». Вот я ее сейчас открою. Собственно, и главное о механизме я уже тут сказал, что вот здесь речь идет о таких отдельных самостоятельных субъектах, которые остаются во всяком соединении внешними друг другу. Вот что такое механизм внешними. Никакой между ними связи внутренней нет. Кто-то внешним образом соединил эти связи. Вот как часы делают. Вот они. Не будете возводить часы, они остановятся. Вот у меня есть часы, вот эти, которые мне подарил Сергей Михайлович Шульженко, он один из основателей нашей партии, и он был связанным партией с самого начала, еще движение коммунистической инициативы. Это вот часы, которые, значит, я вот хожу, и пока, если я хожу, а не лежу, то они не требуют заводки, а если я буду сидеть только вот так, то они обязательно остановятся, но они, так сказать, с механической подзаводкой. У меня был такой дядя, Михаил, тоже, работал каталем на заводе, кирпичном заводе «Красная звезда». И вот такие часы пел. И я купил себе часы, не часы, а просто клад. И я иду, они идут, я стою, они стоят. Ну, вот это вот у меня такие часы как раз. Если я буду стоять и двигаться, они... То есть вот это характерная картина для механизма. Хотя бы даже это соотношение было связано с видимостью некоторого единого. Видите, как тут все сложено? Все вот шестеренки, там, пружинки, они все как бы соединены, но все это чисто механически. Не будет заводиться, либо так, что вы головку крутите,
или батарейка у вас туда вставляется, или вот надо обязательно рукой махать, ну, ходить, по крайней мере, шевелиться. Ну, вот все это остановится. Поэтому подобно материальному механизму, духовный механизм также состоит в том, что соотнесенные в духе моменты остаются внешними по отношению друг к другу и по отношению к нему самому. То есть пытаются соединить несоединимое в сфере духа, в сфере идей. Механический способ представления, механическая память, пишет Гегель, привычка, механический образ действия. Вот кто-то, скажем, слушаю я «Эхо Москвы». Там это ведь радио теперь. На радио раньше, чтобы попасть в советское время, надо, чтобы был проведен конкурс, и чтобы люди там не говорили ме, бе, и чтобы они могли нормально говорить. Я тут то один выступает, то другой все. Скажут два слова. Скажут еще слово. Ну, то научись сначала говорить, потом выступай на радио. Эхо Москвы. И действительно, это какое-то эхо Москвы. То есть есть Москва, она что-то хорошее говорит, а эхо такое. Бе, ме. Вот. Так вот, механический способ представления, механическая память, привычка, механический образ действия означает, что в том, что дух воспринимает или делает, не достает его своеобразного проникновения и присутствия. Соображения нет тут в этом, то, что делается механически, нету тут присутствия духа. Вот. Объект различает себя на материю и форму, из которой первая была бы самостоятельным всеобщим в объекте, а вторая его особенность единичному. И если его рассматривать как материю, то его следует брать как в самой себе оформленную материю. Подобным же образом его можно определять как вещь, обладающую свойствами, как целое, состоящее из частей. Объект, ближайшим образом, неопределенен, поскольку он не заключает в себе никакой определенной противоположности. Объект обладает определенностью как некоторым, хотя и полным, но помимо этого неопределенным, то есть лишенным отношения многообразия. Нет никакой, как говорят, нет никакой идеи. Но идеи тут слишком много было бы требовать, но какая-нибудь целесообразность или какая-то внутренняя причина. Стороны, части, некоторые могут быть различены в объекте, принадлежат некоторой внешней рефлексии. Многие объекты, каждый из которых содержит все свою определенность, рефлектированные только в своей всеобщности, не обладает свечением вовне. Для него эта неопределенность существенна. Это такое множество, и надо его рассматривать как нечто составное, как агрегат. Вот когда мы говорим агрегат, это значит, что тут нет никакого внутреннего соединения. Это вот внешне сцепили, соединили в агрегат. Вот тогда это механизм. То есть это не ругательство. Много очень агрегатов, механизмов, которые в технике употребляются. Но не надо эти агрегаты и механизмы в голову себе закладывать и думать, что если у вас в голове будет агрегат, то будет что-то хорошее из этого. Объект безразличен к определениям, и сами эти определения безразличны друг к другу. Форма, образующая собой их различия и связывающая их в некоторое единство, есть внешняя и безразличная форма. Все равно, если она некоторая смесь или даже некоторый порядок, известное расположение частей и сторон. Все это соединение, которое безразлично соединенным, соотнесенным таким путем моментом. Объект, стало быть, подобно какому-либо наличному бытию вообще, имеет определенность своей тотальности вне себя, в других объектах. Эти последние, в свою очередь, имеют эту определенность точно так же вне себя и так далее до бесконечности. Возвращение в себя этого выхода в бесконечное должно быть, правда, равным образом допущено, и его следует представлять себе как некоторую тотальность, как некоторый мир. Однако этот мир есть не что иное, как всеобщность, замкнутая внутри себя через неопределенную единичность, некоторая вселенная. Вот, так сказать, что такое механизм, как надо рассматривать. Но если мы возьмем теперь механизм движения планет и механизм движения светил, то это действительно механизм. Правда? Там же планеты вращаются вокруг звезд. Звезды тоже движутся в определенном направлении. Все это движется. Ничего нет такого, чтобы не двигалось. И это вот все движение является механическим движением. Ничья, хотя у нас
существует религия, а религия все объясняет Божьей волей. Вот, дескать, Бог привел, создал этот мир и привел его в движение. И это движение представляет собой такое, которое внешним образом, сказать, какие-то, когда есть только толчки или приведение, сказать, одним внешним предметом другого внешнего предмета в движение, это механический процесс. Вот есть у Гегеля тут раздел «Механический процесс», поэтому здесь, так сказать, нет никакой причинности особенной. Механизм, так как он принадлежит к сфере понятия, положил в нем, в механизме, то, что казалось истинное отношение причинности. Именно что причина, торжествующая быть чем-то в себе для себя сущим, есть по существу столь же действие. Поэтому в механизме причинность объекта есть непосредственно, некоторая непервоначальность. То есть, если вы ручку крутите, у вас вращается некоторое колесико и так далее. Тут и причинность тоже механическая. Объект безразличен к своему определению. Именно эта представляемая причинность есть механизм. Объекты безразличны к этому единству и сохраняют себя в противовес ему. И голая положенность имеет место, и поэтому они способны смешиваться друг с другом и сочетаться в агрегаты, и в виде агрегата становиться единым объектом. То есть единый объект только как агрегат. Никакого внутреннего единства нет, тогда это вот есть механическое движение. Ну вот дальше Гегель говорит о формальном механическом процессе и пишет, что в области телесного это движение, теплота, магнетизм, электричество и тому подобное, которые даже если их угодно представлять себя как вещества или материи, все же должны быть определены как невесомые деятели. Деятели, не обладающие тем и свойствами материальности, которые обосновывают ее дифференциацию на единичности. Причина теряется в своем другом, в действии. Активность, причиняющаяся субстанции, теряется в ее действовании. Воздействующий же объект становится лишь некоторым всеобщим. Его действование есть ближайшим образом не потеря его определенности, а некоторая партикуляризация, то есть обособление. То и другое возведение единичной определенности в всеобщность, в сообщении ее партикуляризация или низведение ее, которая до того была только единой, до уровня некоторого вида и распределения, есть одно и то же. Реакция равна действию. Это проявляется, во-первых, так, что другой объект вобрал в себя все всеобщее, и таким образом есть теперь активнее, активное по отношению к первому. Одна машина врезалась в другую, та, которая врезалась, остановилась, а та, которая впереди стояла, поехала. Вот вам, пожалуйста, механическое действие, толчок. Обратное отталкивание толчка имеет место, потому что та машина, которая врезалась, у нее вся передняя часть прогнулась, поскольку было обратное движение толчка. Вот что на уровне, так сказать, механизма можно наговорить или можно что рассмотреть. И возвращение назад составляет продукт механического процесса. Непосредственно объект предположен как единичный, далее как особенный по отношению к другим, а в-третьих, как безразличный к своей особенности, как всеобщий. Вместе с тем он определен лишь через это движение. Механический объект есть вообще объект лишь как продукт, ибо то, что он есть, в нем имеется лишь через опосредствование некоторым другим. То есть никаких внутренних соединений, никакого внутреннего глубокого единства здесь нет. Здесь все составное, смешанное, хотя имеется известный порядок расположения частей. Вообще нечто такое, определенность чего есть, не самоопределение, а нечто положенное. Конец не наличествует в его начале, как это имеет место относительной цели. Ну, вот Гегель на этом останавливается и доходит здесь до небесной механики, до таких вещей, которые являются содержательными, например, сопротивление есть ближайший и следующий момент преодолевания одного объекта другим. Всякий механизм, который движется, он встречает сопротивление. Значит, вот одно механическое движение, оно сталкивается с механическим сопротивлением и преодолевается это сопротивление. Насилие над объектом, если с этой второй стороны нечто чуждое для него. Мощь становится насилием вследствие того, что она, будучи некоторой агрессивной всеобщностью, тождественна с природой объекта. Мощь, взятая как объективная всеобщность и как насилие над объектом, есть то, что называют судьбой. Понятие судьбы относится к сфере механизма, поскольку судьбу называют слепой. Когда человек ничего не может объяснить,
и ничего не может понять, и не знает, почему это произошло, говорит, ну, такова судьба. Он такой вроде умный что-то сказал. А что он сказал? А он сказал то, что ничего он не понимает, ничего он не объясняет, это какое-то насилие над объектом, которое никуда от него не денешься. Раз никуда от него не денешься, значит, такова судьба. А на самом деле, значит, чтобы сделать хоть какие-нибудь замечания по этому поводу, пишет Гегель, мы должны сказать, что судьбой живущего вообще служит род. Вот наша судьба человека – это служить человечеству, и прежде всего трудящемуся человечеству. Вот в чем наша судьба. А если человек не знает своей судьбы, то он все время будет с ней сталкиваться и, так сказать, получать удары судьбы. Род, который проявляется через приходимость живых индивидуумов. Как говорится, один грустно заявляет, что мы все умрем, а другой, который понимает приходимость отдельных живых индивидуумов и неприходимость рода, говорит, что мы будем вечно жить в своих делах, в своих поступках, которые содействовали развитию человечества. Хочешь быть бессмертным, будь. Сделай что-нибудь хорошее, оно останется на века. Чем больше сделаешь, тем больше будет тебя помнить человечество. Может быть, будет тебя помнить вечно. Но для этого надо немало сделать и немало поработать. Продуктом формального механизма является объект вообще, безразличная тотальность. Вот. Бывают механизмы, в которых имеется какой-то центр, который олицетворяет самой, с одной стороны, самостоятельность, а с другой стороны, не самостоятельность всего того, что к центру не относится. Правильно, есть центральное какое-то звено, а все остальное – это некоторые периферии. Вот поэтому есть даже понятие в области духовной, как разумная судьба. Такая всеобщность, которая обособляет себя в самой себе, спокойная, прочная, в несамостоятельности, особенности объектов и их процессе различия. Закон. Этот результат есть истинный, тем самым также основа механического процесса. То есть и в механическом процессе надо тоже искать основу. Есть раздел у Гегеля «Абсолютный механизм», «Центр». Пусть многообразие объекта теперь, во-первых, собрано в объективную единичность, в простое определяющее само себя средоточие. И там вот есть некий средний термин между многими механически действующими друг на друга объектами. Вот он и есть центр. В материальном мире такой всеобщности служит центральное тело, которое есть род. Однако в смысле индивидуальной всеобщности. Несущественные единичные тела ведут себя по отношению друг к другу, как толкающие и оказывающие давление. Такого отношения нет между центральным телом и теми объектами, сущность которых оно составляет, ибо их внешность уже не образуется а собой их основного определения. Их тождеством с центральным телом служит, стало быть, скорее покой, а именно бытие в их центре. Поэтому, когда в механике принимается, что приведенное в движение тело продолжало бы вообще двигаться дальше по прямой линии до бесконечности, если бы оно не теряло своего движения вследствие внешнего сопротивления, то это пустая абстракция. Трение или какая бы то ни была другая форма сопротивления есть лишь проявление центральности. Центральность есть как раз то, что абсолютно приводит обратно к себе движущееся тело, ибо то, обо что трется движущееся тело, обладает силой сопротивления исключительно только благодаря своей единости с центром. С другой стороны, если вы берете небесную механику и механизм движения тела, то там ведь механизм состоит в том, что вот, и это по отношению, скажем, к планетам, которые не падают на Солнце. Можно сказать, что они все время падают, но они двигаются с такой скоростью, что как раз когда они падают, они проходят такой путь, что они на том же самом расстоянии остаются, даже ближе или дальше от него уходят. Точно так же, как если начнете запускать ракету. Вот она, ракета, упадет на Землю. Ее с большей скоростью запустите, она дальше пролетит. Еще большей скоростью запустите, еще дальше. Если вы запустите ее с первой космической скоростью, она будет пролетать по горизонтали такое расстояние, что как раз вроде бы там, где она должна падать, вот она так будет обходить земной шар, и так и будет двигаться бесконечно. И появится невесомость. Почему невесомость? Потому что вы падаете.
Вы же падаете все время на Землю. Но за это время, разогнавшись, ракета вас, так сказать, направляет движение параллельно Земле. Правда, тут о параллельности трудно говорить, потому что Земля кривой, кривлейный характер имеет. То есть показательный все время к Земле вы идете. И вот в этом процессе вы все время падаете, никак не можете упасть. А если вот вам нужно улететь из сферы действия Земли, вам надо добавить еще скорости, соответственно, мощности, и тогда нужна появится вторая космическая скорость, и вы сможете прийти к другим планетам. А так вы будете вращаться здесь вечно. Ну, сказать, при этом вращении, поскольку это тоже, если это низкая траектория, здесь есть какие-то тоже элементы сопротивления, в том числе на молекулярном уровне, и постепенно может снижаться траектория, иногда нужно дополнительно иметь двигатели, чтобы механически повысить снова траекторию движения спутника и так далее. То есть мы не должны говорить, что механизм и механическое движение – это что-то плохое. Вот. Вы, люди, когда ходят, они совершают механические движения, машут руками механически. Совсем не обязательно, что вы должны все пропускать через свою голову, хотя организм не допускает того, чтобы что-то у него трепыхалось механически, и он в этом деле никак не соображал. Ну и поэтому есть такие понятия вот в этой теме, как закон, как некоторые идеализованные реальность. Тут есть законы, и лишь свободный механизм обладает некоторым законом, собственным определением чистой индивидуальности или для себя сущего понятия. Этот закон, как различие в самом себе, есть неприходящий источник само себя возбуждающего движения. Поскольку закон в идеальности своего различия соотносится лишь с собой, есть свободная необходимость. Вот вещи, которые мы можем узнать, ознакомившись с разделом «Механизм». Затем, поскольку речь шла о механизме, то есть заведомо шла о таком движении, которое не имеет какого-то внутреннего источника, а механическом движении, о внешнем соединении частей, ну, затем, так сказать, мы можем, если мы изучаем природу, то можем выяснить, что есть такие соединения частей, в которых сами по себе элементы, которые соединились, они являются не самостоятельными. То есть самостоятельно существовать вообще не могут. Это выяснилось с развитием человечества, когда люди заметили, что вот, например, при нагревании чего-либо вдруг происходит изменение свойств. И то, что было соединено в единое, разделяется и так далее. Например, если у вас что-то вмерзло в лед, да, если вы нагреете то, что вмерзло, этот лед, ну, это растает, и эти самые части будут разъединены. Но тут химическое соединение или механическое? Тут механическое соединение. Ничего тут химического не было. А вот только развитие человеческой уже, так сказать, цивилизации позволило людям обнаружить, что некоторые такие элементы природные, они являются составными. Но эта составность является не механической, а внутренней. То, скажем, для того, чтобы выплавить сталь, а очень давно начали делать сталь, железо. Что нужно сделать? Что нужно сделать было людям, чтобы выплавить сталь? Вот. И как люди к этому пришли? Это величайшее открытие, потому что, ну как вот вы, даже если вы откопали руду железную, она, конечно, может впечатлять тем, что это что-то рыжее. Что это рыжее и, в общем, безобразное. И это вот надо рыжее и безобразное бросить в огонь. И посмотрите, увидит. Но для этого надо, чтобы огонь был непростой, надо, чтобы у вас были угли.
как показало дальнейшее развитие, чтобы можно было руду металлическую, железную превратить в железо, разделить или, так сказать, выплавить железо, нужно для этого нагревать до температуры 1100 примерно градусов. Такую температуру никакие дрова, никакие деревянные чурки дать не могут. Поэтому либо люди научились сначала делать древесный уголь, а он очень легко делается. Вот сжгли в этом месте костер, а потом решили в другом месте, а это затушили. И у вас остались уголь. Но они знают, что этот уголь древесный можно собрать и в другом месте снова зажечь, он будет давать большой жар. Это легко определить. Но вот теперь, если в этот большой жар поместить то, что является странным, непонятным, посмотреть, что из этого будет, как бы, из любопытства, то так можно из любопытства выплавить что? Что получается, если нагревать железную руду? Чугун. Сталь не получится. Вот. А с другой стороны, если потом у вас есть чугун, и вы решили вы потом начать его снова нагревать, то мы-то с вами уже знаем, что чугун, если он соединяется с углеродом, да, то он дает сталь. А углерод у вас тут, собственно говоря, в углях есть углерод. Поэтому, если вы снова как-то там туда накидали еще, в этот самый чугун, еще и того, что содержит углерод, вы можете выплавить сталь. А тогда вы можете вылить то, что вы выплавили, какую-то изложницу, и тем самым получить первичный продукт для обработки. А дальше вы можете молоток получить, или топор. Или вы можете получить потом в дальнейшем развитии и стальные клинки. Это очень давно было сделано. Это проблема очень сложная, потому что человечество ее решало впервые. Но это уже не проблема механического. То есть соединение здесь, которое мы имеем, вот скажем, соединение углерода и железа в сталь, оно не механическое. И никак вы не разнимете этот углерод и это вот железо, поэтому сталь. И сталь может еще иметь всякие добавки, которые меняют свойства. Марганец можно туда добавить. Еще что-то. И разные виды стали, которых очень много сейчас, демонстрируют совсем другой тип соединения. Когда это не внешнее соединение, а внутреннее такое соединение, которое полностью меняет свойства. Или значительно меняет свойства. Ну, например, если мы возьмем самое такое простое распространенное соединение, которое у нас есть химическое, это соль, которую вы все время солите продукты. И огурцы солят, и капусту, и суп себе, и картошку. То еще состоит соль, это, как мы знаем из школьной химии, это натрий и хлор. Натрий – это такой мягкий металл, очень хорошо режутся ножом, хранят его обычно в банке с керосином, чтобы он, так сказать, не окислен на воздухе, он может взорваться, возгореться, самовозгореться. Вот. А хлор, как вы знаете, это ядовитый газ желтого цвета, который может использоваться как даже боевое отравляющее вещество. И вот, так сказать, даже вопрос стоял о вот использовании хлора там в Сирии, кто там применяет, то какие группы применяют хлор для решения каких-то там военных задач. Хотя у нас запрещено использование ядовитых веществ. Ну вот, речь идет о таком соединении, что здесь не складывается свойство, а появляется продукт совсем с другими свойствами. Вот когда появляется из соединения каких-то частей, внешних частей, появляется продукт совсем другими свойствами, это уже не механизм, а химизм. Причем это должно быть не внешнее соединение, но теперь-то мы знаем, что это соединение на молекулярном уровне, что у вас новая молекула появляется. И мы с вами различаем, что вот одно дело, когда два атома кислорода, это будет обычный кислород,
который есть в воздухе. Но бывает озон, в котором там не два атома кислорода, а другая величина. Вот. А если вы возьмете состав воздуха, то несмотря на то, что вот в воздухе есть и азот, и кислород, они ни в какой соединении, ни в каком соединении не находятся. Вот у них соединение механическое. Воздух – это вот механическое соединение кислорода и азота. А вот уже, если вы возьмете какое-нибудь окисление, углекислый газ, это соединение углерода, который может гореть, как С, это уголь, и который в другом виде, уже не химически, а структурно только измененный, представляет свой алмаз, как мы знаем. Графит или алмаз, два вида, собственно говоря. И вот соединенный с кислородом, дает он СО2, один атом углерода и два атома кислорода. Вы получаете что? Вы получаете углекислый газ. Этот углекислый газ, как говорится, безвреден нам. Он нам не мешает потреблять кислород. Но если у вас не будет кислорода, а будет один углекислый газ, мы умрем не от углекислого газа, а от недостатка кислорода. Но есть другое соединение СО. Те же самые два элемента. Один С, другой О. Этот СО, угарный газ, выделяется тогда, когда еще и заканчивается горение, и в конце горения еще есть синие огоньки, они красные, раскаленные угли. И вот эти синенькие огоньки, это говорят о том, что идет горение этого самого угарного газа, и выделение угарного газа СО. Он тяжелее воздуха. И если, скажем, вы вот так оставили недогоревшие свои дрова в печи, и леглись на кушетку, а кушетка низкая, то вы можете отравиться угарным газом, потому что угарный газ может наполнить вот нижнюю часть вашей комнаты. И были случаи отравления такого, которое приводит к очень, так сказать, тяжелым последствиям или к смерти. То есть отравились угарным газом, это известное дело. Ну, бывают случаи, когда люди включают погреться зимой в гараже автомобиль, закуривают. А если они перед этим выпили и забываются, через некоторое время умирают, потому что там тоже выделяется угарный газ, и они становятся жертвами, так сказать, вот этого самого химического процесса. Так что химизм состоит в том, что два или больше отдельных, ну, так сказать, мы берем тут, Гегель берет здесь попарное соединение, ну, видимо, тут потом появились еще и дополнительные присадки, которые дают изменения свойств. Например, если вы будете пытаться зажечь сахар, он так не загорится. Если вы литий добавите, то вы зажжете и сахар обыкновенный. Но а где взять литий? А можете, так сказать, из папиросы вытрясти сгоревший пепел. И тогда вы можете зажигать этот сахар, он будет гореть. То есть это будет катализатор этого горения. То есть третий элемент, вот, выполняющий роль катализатора, а сам он не вступает в это соединение химическое, а он ему способствует. Когда мы говорим о соединении уже не механическом, а химическом, речь идет о том, что это не то, что получается как сложением свойств, а появляется продукт совершенно другими свойствами, или просто с другими свойствами. Вот. Химический объект, пишет Гегель, отличается от механического тем, что последний есть тотальность, безразличная к определенности. В химическом же объекте определенности, стало быть, соотношение с другим, а также вид и способ этого соотношения принадлежат, напротив, к его природе. Вот в зависимости от того, что и как соединяется, вы получаете разные химические элементы. Вот мы прекрасно, так сказать, нельзя кушать ни натрий, ни хлор, но можно соль употреблять. Если мы возьмем другой распространенный химический препарат или химический элемент, это натрий-2СО3, пищевая сода. Тут два атома натрия и СО3, углерод и кислород. И вот из них составлен вот такой новый элемент. Но этот элемент, как известно,
не только не вреден, а весьма полезен, и его используют для того, чтобы сделать более рыхлым там какие-то вещи. Или когда моют посуду, добавляют для того, чтобы очистить то, что так не очищается. Понятие химизм, конечно, применяется для химических процессов прежде всего, но когда речь идет о том, что это не безразличие объединившихся, имеется в виду, что вот что здесь меняется полностью, так сказать, их свойства, или в значительной мере меняется их свойство, и получается что-то новое, как некий новый предмет, то вот уже метеорологическое отношение, пишет Гегель, должно рассматриваться как такой процесс, стороны которого обладают больше природой физических, чем химических элементов. В живых существах отношение полов подчиняется этой схеме, и она точно так же составляет формальную основу духовных отношений, любви, дружбы и так далее. Поэтому говорят, что одно дело девушка, а другое дело замужняя женщина, одно дело холостой мужчина, а другое дело он женатый. И, сказать, вроде бы он женатый, берется отдельный мужчина, но он берется отдельно вместе со своей женой, хотя она здесь и не присутствует в данный момент и в данном месте. Вот это химическое единство, отрицательное единство, имеет два момента своей противоположности в двух особых объектах. Согласно этому, химический объект не может быть постигнут из него же самого. И бытие одного объекта есть бытие некоторого другого. Вот это нераздельность. Химический объект, а тем самым противоречие между его непосредственной положенностью и его имманентным, индивидуальным понятием, есть стремление снять определенность его наличного бытия и дать существование объективной тотальности понятия. Химический процесс, пишет Гегель, начинается с того, что хотя объекты напряжены по отношению к самим себе, они именно поэтому прежде всего напряжены по отношению друг к другу. Это отношение, которое называется их сродством. Так как каждый объект в силу своего понятия находится в противоречии с собственной односторонностью своего существования и стало быть стремится снять ее, то здесь непосредственно положено стремление снять односторонность другого объекта и этим взаимным выравниванием и соединением положить реальность, адекватные понятию, содержащему в себе момента. Вот кислород, он находится в напряженности, если это свободный кислород, и он соединяется с углекислым газом. Углекислый газ сам по себе, углерод сам по себе, он стремится к соединению с кислородом. У нас очень много соединений кислорода, СО2. Другой распространенный газ связан как раз с тем, что вот и кислород, и углерод, они напряжены по отношению друг к другу, как пишет Гегель. То есть мы можем, рассматривая какой-нибудь отдельный элемент, охарактеризовать его тем, в какие химические реакции, с какими элементами он вступает. И какие получаются из этого продукты. Правильно? Вот это мы можем взять кислород и разные всякие окисления. Вот, например, мы знаем, что вот железо вступает в самые разные соединения с кислородом. Потому что есть феррум О, есть феррум 2О3, а есть феррум 3О4. То есть в разных соотношениях вступают и получаются разные элементы. При этом прежняя самостоятельная определенность снимается в соединении. То есть было... Вот, скажем, есть какие-то агрессивные элементы, они когда соединяются, получается спокойная нейтральность. Вот как в случае с натрий-хлором. В этом продукте напряженность, противоположности и отрицательное единство, как деятельность процесса, теперь угасли. Вот когда они соединяются, уже вроде мы получаем что-то спокойное, не агрессивное. Иногда расщепляют наоборот химическим путем. Те элементы, которые находятся в химическом взаимодействии, на это расщепление можно ближайшим образом смотреть, как на восстановление той противоположности напряженных объектов, с которой начался химизм. Это разделительное заключение, пишет Гегель, есть тотальность химизма, в которой одно и то же объективное целое
изображено сперва как самостоятельное отрицательное единство, затем в среднем термине как реальное единство, а под конец изображена химическая реальность, разложенная на свои абстрактные моменты. Тем самым элементарные объекты освобождены от химической напряженности, когда они вступили, эти элементарные объекты, в соединение. Химизм возвратился тем самым в свою исходную точку, в которой взаимно напряженные объекты ищут друг друга, а затем соединяются в нечто нейтральное через некоторый формальный внешний средний термин. Сам химизм есть первое отрицание безотличной объективности и внешности, определенности. Он, следовательно, еще обременен непосредственной самостоятельностью объекта и внешностью. Вот знаете, какое интересное высказывание. Обременен самостоятельностью. Самостоятельность – это бремя. Вот так некоторые стремятся жениться или выйти замуж, потому что они обременены самостоятельностью. Тут есть такое, это бремя. Так. Ну вот, по сути дела, я не думаю, что это такое сложное содержание, химизм, поскольку у нас наши современные курсы физики школьной достаточно обстоятельно излагают вот эти процессы соединения того, что было, будучи элементарным, обладает одними свойствами, а когда оно соединяется в единое целое, то оно получает другие свойства. И мы различаем еще и химию неорганическую, где есть простые соединения, и органическую химию. А в органической химии такие сложные формулы, что их не только запомнить, но и написать только даже сложно. Но как вы понимаете, дальше после за химизмом пойдет что? Жизнь. То есть там тоже пойдет процесс соединения различных элементов, но уже такие сложные соединения и цепочки, такие, которые придают свойства этим результату этого соединения, который сам поддерживает потом это соединение и распространяет на будущее. То есть вот жизнь состоит в том, чтобы поддерживать род. И род этот может быть только в таком фигуральном смысле, как у бактерий. Да? Там мы не говорим, что это род бактерий. Но тем не менее и бактерии обладают, как показывает нынешняя наука, такими свойствами поддерживать родовое, то есть то, что относится к этому роду бактерий в целом, в том числе и за счет, может быть, гибели отдельных элементов этого рода. Это же относится и к более сложным организмам, таким, скажем, как пчелы. Все, наверное, знают, что пчела один раз только может укусить. Она погибает после того, как она укусит того, кто принес угрозу этой, так сказать, пчелиному рою в целом. Вот они, так сказать, как бы жертвуют собой, хотя, как вы понимаете, ни о каком сознании и сознательной жертве говорить тут не приходится, но тут факт просто налицо. Ну, а если это оса, она 10 раз себя может укусить и не пожертвует. Так что бойтесь осы, а не пчелы. Тем более укус пчелы в какой-то мере полезен. Хотя мне вот приходилось однажды, так сказать, еще в мальчишеском возрасте в деревне просыпаться в сарае, когда у меня полностью были закрыты глаза. И если я через щелочки наблюдал, то картина была малоприятная такая, что все это синевато-беловатое здесь, если пчелы искусают. Ну, это проходит, а в целом это полезно. Так что вот такая ситуация. Значит, мы с вами рассмотрели вопрос о механизме и химизме. И следующий вопрос, который у нас будет рассматриваться, это жизнь. Это, значит, будем считать, что этот ролик о жизни появится примерно через 2 недели после того ролика, который вы смотрите. Вот я хочу поблагодарить Сергея Викторовича Тюленева и за запись, и за то, что он мне подсказал очень интересные материалы о том, как современная наука трактует появление жизни, из чего состоят живые существа. Потому что раньше мы знали, что жизнь – это способ существования белковых тел.
Ну, вот этот способ существования несколько конкретизировался современной наукой, причем в последнее время, и я думаю, вот уже под этим роликом, как бы вперед, на пути к следующей теме, Сергей Викторович повесит соответствующую ссылку. Спасибо за внимание. Я думаю, что все, кто смотрит, будут изучать самостоятельно, не изолируясь от величайших достижений человеческой мысли. Спасибо за внимание. До свидания.